Даже не знаю. Все очень здорово. Да, замечательно, и та страсть, с которой он говорит. А представьте, как он с клиентами. Да, идем. Джимми, добро пожаловать. Правда? И еще бы. Поздравляю. Сейчас пойдем к Одри в отдел кадров, заполним анкеты, и, надеюсь, к концу дня мы вас уже оформим. Вот так запросто? Да, а чего ждать, если можно работать? Вы же хотели подумать, рассмотреть кандидатов, но... Я вернулся, напел вам с три короба, и... Я принят? Да, так, все так. Вы что, сбрендили? Вы меня не знаете. Я пришел к вам с улицы. Да вы же как пара кошек. Я пришел, кинул вам клубок ниток, и вы все, дай поиграться. Никакой осторожности, никакой проверки. Нет, просто берем парня, умеющего потрындеть. А вдруг я серийный убийца? А вдруг я буду ссать в общей кофейне? Или все сразу? Так вы не пойдете к нам? Нет, я к вам не пойду. Лошью. Мне вас просто жаль.